Китайское правительство выпустило новые рекомендации для внедрения инноваций. В документе подчеркивают, что это первая движущая сила развития страны. Основные акценты на технические, экономические и институциональные реформы, а также поощрение талантов и открытие рынка. Особое внимание стимулированию научно-технического сектора. Страна намерена продвигать инновации в промышленной сфере для ускорения экономического роста и продолжать использовать глобальные ресурсы и инвестиции.